пошла не по плану. Всем привет, меня зовут Денис. Привет, я Игорь. Очень Денис. Приятно. У меня автомобиль Ford Focus 3, Tourist 2012 года. Машину я купил год назад, из них я 2 месяца на автомобиле ездил, и практически 9 месяцев автомобиль у меня строится. В районе полугода автомобиль я строил у себя в гараже. Автомобиль был полностью разобран, было снято все полностью, вся подвеска, стекла, двери, все полностью. Был только голый кузов. Была сделана чистка днища от ржавчины, покраска днища, антикор днища полная. Вся подвеска была разобрана, от пескоструена покрашена. Весь салон автомобиля была сделана шумовиброизоляция. Автомобиль полностью также был окрашен, переделан в рестайлинг, СТ, передний бампер стоит рест СТ, задний бампер остался сток, заменена только задняя губа, передние фары кастом сам делал, а задние фонари из Поднебесной, из Китая. Очень много еще будет делаться, пока на данный момент 16-е штатные колеса стоят, так как на автомобиле редко пока передвигаюсь, в основном он стоит в студии, я его еще делаю. На лето будут ставиться 19-е диски, еще переделываться подвеска. Сейчас на данный момент делаем выхлоп. Изначально трассу я немного доработал, установил паук 421 и стояла штатная далее трасса от Форда, двухлитрового Форда на роботе. Я хочу пиццы. Сейчас варим заднюю часть. Раздвойку под СТ делаем. Короче, да. Мне остается только сказать. Денис, ты круто все рассказал. Очень много. Сколько денег в этот проект было вложено? Сколько по времени и сколько денег? Ну, по времени получается 9 месяцев я его на данный момент строю. Но это под автозвук, я так понимаю, прям исключительно проект. Да, как бы тут не будет что-то такого сверхъестественного, но как бы очень сильно машина усиливается для того, чтобы она жила. Потому что сабовое звено будет тоже мощное, дверные карты будут другие, переделаться под 7 пар 20-х динамиков. По оборудованию музыки только закуплены как бы динамики, дверные карты и питание автомобиля. В данном автомобиле будет установлено 24 аккумулятора для того, чтобы система работала стабильно. Но 24 не таких аккумулятора, да? Не, маленькие аккумуляторы, кто... Чтобы ребят, чтобы вы тоже понимали. Да, маленькие аккумуляторы, кто знает и в сфере автозвука, это литий-титанат. Пока на данный момент вложено где-то около 400. Все делаю сам, за исключением как бы покраска и выхлопная система. В общем, если бы ты умел варить, то ты бы еще бы сам сварил бы себе да, систему. Да, возможно бы оно так и было бы, но как бы то, что я знаю, то, что умею, я максимально делаю это сам. То есть все было сделано самому, за исключением малярной работы и касаемо выхлопа у вас. Круто. Спасибо, что доверился нам как профессионалам. Вам потому спасибо. Что действительно сварочные работы это такая очень узкая специализация, где не просто работают там мастера, а именно сварщики. Те, которые по понимают. Выхлопным системам. Да. Я изначально смотрел сторисы касаемо YouTube-канала вашего, рилсы. Не находил практически ни одного Форда, который бы вы делали. Честно, не нашел. У нас они есть, ребята. Если что, в комментариях можете сказать, сколько вы видели Фордов у нас в компании. Мне не попадался, честно. Мы смотрели, мы как бы Октавию, да, смотрели. Там их очень много. Мы любим ваги. Было очень приятно то, что можно подкинуть все-таки, примерить, какие будут банки, какой будет звук, потому что не во всех иногда компаниях это можно сделать. Поэтому это вот в некоторые компании приезжаешь, может быть такое то, что тебе поставят, тебе это не понравится. Приятно было то, что до установки примерили, звук понравился, делаем дальше. Денис, чего ждешь вообще от звука и от того, что получится? Это по сути, это уже второй проект. Мой. До этого у меня был автомобиль Lada Vesta, в нее вложено было в районе миллион-полтора, где-то было вложено в автомобиль без учета стоимости автомобиля. Так как хотелось уже идти куда-то дальше, автомобиль был продан, не хотел вообще ничего делать. Вот 2 месяца ездил и понял, что сток — это не мое, к сожалению. Поэтому руки, так сказать, чешутся, приходится делать. Ну что, давай, чтобы не задерживать долго телезрителей, мы сейчас переместимся на улицу, послушаем, как получился этот автомобиль, ну и потом уже вы увидите эмоции Дениса и его обратную связь уже о готовой работе от ультравыхлопа. Все, масло все улетело. Прям то, что прям хотелось. Она по басисти и чуть громче стока. Прям в езде, даже на дальнее расстояние, это напрягать вообще не будет. Все еще сочнее. Сочнее, да. И сейчас плюс они прогорят,
банки, она перестанет хотя бы чуть дымить еще. Сейчас, потому что все это прогорает.